Друзья, майнинг криптовалют на самом деле сейчас становится очень популярным явлением и на самом деле начинает напоминать 2016 год, когда все действительно смотрели там, какие фермы взять, какие айсики взять. Очень много у меня знакомых сейчас инвестируют в майнинг проекты. Но, соответственно, в зависимости от криптовалюты, которую вы выбираете, есть два вида майнинга. Первый вид майнинга – это proof of work, доказательство работы. Соответственно, для этого нужны реальные железки, там процессоры, видеокарты, и, соответственно, за счет вычислительной мощности мы с вами получаем какое-то количество, какое-то вознаграждение. И, соответственно, proof of stake. Деньги делают деньги, доказательство владения. Когда вы замораживаете какой-то объем криптовалюты, и, соответственно, за этот объем получаете комиссию. Как в Proof of Work, так и в Proof of Stake существуют пулы для того, чтобы объединять между собой пользователей и получать большие начисления. Ну и, соответственно, таким образом мы с вами переходим к облачному майнингу. Ну, что касается Proof of Work, это, соответственно, сдача оборудования в аренду. Что касается Proof of Stake, это, соответственно, объединение пользователей для того, чтобы добывать большее количество комиссий. И сегодня мы с вами разберем сервис облачного майнинга trx1.com, который основан на криптовалюте Tron. Майнинг криптовалюты Tron проходит через алгоритм DPoS, соответственно, также доказательство владения. Чем больше у вас криптовалюты, тем больше комиссий вы себе получаете. Сегодня мы с вами разберем сервис trx1.com, соответственно, разберемся, каким образом на нем зарегистрироваться, как он работает, как внести депозит. Разберем с вами, какой доход от майнинга можно получать. Также разберем с вами, как с помощью этого проекта можно получать еще и реферальное отчисление. Ну и, соответственно, разберем, каким образом из проекта можно вывести средства. Сразу же хотел бы обратить ваше внимание на риски и на то, что сейчас таких проектов будет действительно довольно большое количество, потому что майнинг, в том числе и облачный майнинг, реально сейчас набирает довольно нехилые обороты. И так как Tron – это один из самых удобных активов, я думаю, большое количество проектов будет именно основаны на технологии блокчейна Tron. Итак, переходя по ссылке, которую вы найдете в описании, вы сразу же попадаете на страницу регистрации. Регистрация довольно простая. Все, что от вас требуется, это заполнить поля и, соответственно, зарегистрироваться. Итак, я заполнил все поля, соответственно, ввел капчу. Регистрируемся. Здесь мы сразу с вами можем наблюдать то, что есть 24/7 поддержка, ну и предупреждение, что используйте только ссылку trx1.com и, соответственно, не попадитесь на копии проекта. Все, переходим в личный кабинет, он довольно простенький, но, извините, для того, чтобы участвовать в облачном майнинге, здесь и ничего сверхвыдающегося быть не должно. Самое главное – это алгоритм. Давайте с вами кратенько изучим личный кабинет. Соответственно, у нас здесь есть депозит-вывод, это мы с вами разберем чуть-чуть попозже, соответственно, опция Share. Это реферальная система, которую мы с вами также чуть попозже разберем, QR-код и, соответственно, реферальная ссылка. Таким образом, вы сможете получать еще дополнительные награды за людей, которых вы пригласили в этот проект. Итак, давайте с вами разберемся, каким образом можно сделать депозит в этом проекте. Соответственно, нажимаем на вкладку «Депозит». Дальше дается адрес, на который отправляется Tron для того, чтобы принять участие в проекте. Тут есть ограничение, минимальная инвестиция составляет 5 трон. Соответственно, мы просто копируем адрес и через свою биржу отправляем средства на этот счет. Я еще раз напоминаю вам о рисках, но создатели отправили мне 50 трон, которые мы с вами инвестируем в проект, ну, для того, чтобы посмотреть, как все это дело работает. Итак, соответственно, переводим с вами сумму на кошелек. Сразу, когда мы вбиваем адрес, у нас автоматически показывается сеть, по которой будет произведена транзакция. Все, соответственно, вот мы с вами провели транзакцию, ждем подтверждения, и в течение 50 минут к нам на счет должны залететь средства.
Соответственно, здесь у нас появится процент, который мы с вами получаем за облачный майнинг. Прежде чем мы с вами разберем вот эту функцию, хотел бы обратить ваше внимание, то, что процент зависит от суммы инвестиций. В процентном значении это от 2,5% до 8% в день. Инвестируя от 5 до 10 тысяч трон, вы получаете 2,5%. От 10 тысяч до 100 тысяч вы получаете 3%. От 100 тысяч до 300 тысяч 3,5%. Процента, от 300 до 500 4% и от 500 до миллиона трон вы получаете 6% дохода. Все, что выше, это 8%. Также у проекта есть развитая реферальная система, в которой можно зарабатывать от 2 до 10% реферальных начислений. Соответственно, вот здесь вот есть реферальный код, который вы можете скопировать и отправить своим там друзьям, знакомым. Ну и, соответственно, есть кнопочка на вывод, где вы, соответственно, вводите свой пароль, свой адрес, на который вы хотите вывести средства, и, соответственно, жмете кнопку «Подтвердить» и выводите их уже, соответственно, с начисленными процентами, как заявляют разработчики проекта. Сейчас появляется большое количество проектов, посвященных облачному майнингу, как Proof of Work, так и Proof of Stake. Соответственно, trx1.com – это проект, который посвящен облачному майнингу криптовалюты Tron. И на такие проекты стоит обращать внимание, чтобы быть в курсе, каким образом также можно заработать на криптовалюте Tron и, соответственно, заработать на облачном майнинге. Все ссылки и ссылочки на регистрацию в описании. Соответственно, каким образом все это дело работает, я рассказал в ролике, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам самого наилучшего. Покедова!